Владислава Сорокина, 12 лет, занимается тэквондо. Тренировки проходят ежедневно по 2,5 часа. Чтобы отработать технику, нужно много трудиться. Самая крупная награда, наверное, чемпионат Европы. Там я стала пятая, проиграла за третье место. А так множество выигралось российских соревнований и международных. Тэквондисты сборной Московской области выступили на центральной площади города. Красивые трюки, поединки. Чтобы достичь такого уровня, нужно много работать над собой. Мы пришли показать показательное выступление, показать красоту всю нашего вида спорта. Тэквондо является олимпийским видом спорта, включенную в олимпийскую программу с 2000 года. Вот, сейчас мы ведем набор групп в нашей секции, поэтому будем рады продемонстрировать, показать, что такое тэквондо. Тэквондо – олимпийский вид спорта. Показательные выступления дают возможность детям и родителям познакомиться с этим видом боевого искусства и определиться с выбором спортивной школы. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».